Привет всем зрителям канала Техноарена. В этом видео я расскажу вам о лучших фитнес-браслетах, которые пользуются большой популярностью по всему миру за свой широкий функционал, долгое время работы без подзарядки, удобства пользования и другие особенности. В данный топ я включил 5 фитнес-браслетов от разных производителей. Я отмечу ключевые особенности каждой модели, а в описании под роликом оставлю ссылки на специализированные ресурсы, где можно будет сравнить стоимость этих фитнес-браслетов. Если этот ролик вам понравится и поможет определиться с покупкой, то не забудьте поставить лайк. А если у вас есть свои предложения, какой-то фитнес-браслет не попал в топ, но должен быть удостоен внимания, напишите о нем в комментариях. Также хочу напомнить, что на канале Техноарена регулярно выходят новые топы и обзоры различных смартфонов и гаджетов, которые могут быть для вас интересны. Поэтому рекомендую подписаться и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я расскажу вам о лучших фитнес-браслетах. Поехали! Открывает наш топ Amazfit Band 5. Это легкий, практически неощутимый на руке фитнес-браслет с широким функционалом, большим и ярким экраном высокой четкости и долгим временем автономной работы. До 25 дней функционирования на одном заряде в режиме энергосбережения, но надо будет понимать, что автономность во многом будет зависеть от интенсивности использования. Что касается функционала, то помимо вполне стандартных в наше время задач для фитнес-браслетов, будь то показ уведомлений, будильник, таймер, прогноз погоды и измерение пульса, Amazfit Band 5 умеет измерять насыщение крови кислородом, проводить мониторинг качества сна и уровня стресса. Еще в нем есть женский календарь, дыхательные упражнения и профессиональная оценка общего состояния здоровья. Кроме того, в браслете предусмотрено 11 спортивных режимов, тут вам и бег, и плавание, и йога, и различные виды тренажеров. Гаджет ведет запись преодоленной дистанции, записывает скорость, изменение пульса, сожженные калории и другие данные во время тренировок, которые потом можно будет посмотреть через специальное приложение на смартфоне. Из других особенностей Amazfit Band 5 стоит отметить широкий простор для персонализации под каждого пользователя. Для браслета выпускаются ремешки различных расцветок, в нем предусмотрено 2 настраиваемых циферблата, а еще более 40 циферблатов доступны для загрузки через приложение. Кроме того, в качестве циферблата можно выбрать фотографию или любое другое изображение. В общем, отличный многофункциональный фитнес-браслет, который сможет удовлетворить запросы многих пользователей. Следующий герой нашего топа – Xiaomi Mi Smart Band 5. Это один из самых популярных фитнес-браслетов, и причиной тому является высокое качество и широкий функционал при доступной цене. Mi Smart Band 5 имеет большой цветной дисплей, на котором будет удобно читать поступающие уведомления и результаты измерений показателей здоровья. А благодаря огромному выбору вариантов циферблатов, каждый пользователь сможет найти тот, который будет лучше всего сочетаться с его образом. Также стоит отметить, что для Mi Smart Band 5 предусмотрено множество вариантов ремешков. Сам браслет очень легкий, и его корпус не боится погружения в воду, так что в нем можно будет заниматься плаванием. Ну а вообще, для любителей физической активности в этом браслете предусмотрено 11 спортивных режимов. Помимо этого, у Mi Smart Band 5 есть такие полезные функции, как непрерывный мониторинг и уведомления о высоком пульсе, анализ качества сна с записями о фазах и рекомендациями по улучшению сна, функция для отслеживания менструального цикла, мониторинг стресса, дыхательные упражнения и многое другое. А еще с помощью такого фитнес-браслета пользователи смогут управлять камерой смартфона, чтобы сделать фотку. Ну а что касается автономности Mi Smart Band 5, то заряда его батареи хватит на 2 недели активного пользования. Если включить режим энергосбережения, то почти на 3 недели, так что часто заряжать его не придется. Ну а узнать, сколько стоит этот и другие фитнес-браслеты, попавшие в данный топ, как я уже ранее говорил, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые найдете в описании. Далее в нашем топе идет Honor Band 5. Он оснащен цветным AMOLED-экраном с диагональю около 1 дюйма, который вмещает до 45 символов. Поэтому пользователям будет удобно читать приходящие на браслет уведомления. Выбор ремешков и циферблатов у этого браслета небольшой, но все-таки есть, и персонализировать его под свои предпочтения можно. Зато по части автономности и функционала Honor Band 5 вряд ли кого-то разочарует. Он может работать до 14 дней на одном заряде, а что
Что касается функционала, то у этого фитнес-браслета есть много полезного как для оценки здоровья и тренировок, так и для повседневного пользования. В нем имеется технология мониторинга пульса, которая обеспечивает высокую точность измерения, функция измерения уровня кислорода в крови, мониторинг сна с рекомендациями по его улучшению и 10 режимов тренировок, включая бег на продвинутом уровне. А благодаря водонепроницаемому корпусу с таким браслетом можно будет заниматься и плаванием. По всем видам тренировок Honor Band 5 выполняет мониторинг таких данных, как пульс, время тренировки, пройденное расстояние, частота шагов, скорость, сожженные калории, а также результаты аэробных или анаэробных тренировок. Всю информацию потом можно будет посмотреть в фирменном приложении на своем смартфоне. Также стоит отметить, что у браслета есть такие полезные опции, как поиск смартфона, управление камерой и музыкой. Продолжает наш топ Huawei Band 6. Одним из главных его достоинств является довольно большой для фитнес-браслетов экран с диагональю 1,47 дюйма. Такой экран позволяет видеть больше информации, при этом он экономно расходует энергию. Поэтому Huawei Band 6 сможет работать до 2 недель на одном заряде, а по экрану браслета еще хочется отметить, что для него предусмотрено более 200 вариантов циферблатов и возможность установки фотографий. Так что пользователи смогут настроить его на свой вкус. Что касается функционала, то браслет может вести круглосуточный мониторинг пульса и предупреждать об опасных изменениях. Он умеет отслеживать уровень кислорода в крови и уровень стресса, вести мониторинг сна, отслеживать менструальный цикл, а также предоставляет 96 спортивных режимов с записью состояния здоровья при их проведении. Кроме того, в Huawei Band 6 предусмотрена функция мотивации. Пользователи смогут задать себе на день 3 цели: количество шагов, количество часов физической активности и уровень физической активности. Ну а среди тех функций, которые могут пригодиться каждый день, в данном браслете стоит отметить показ уведомлений со смартфона, просмотр прогноза погоды, а также возможность управлять воспроизведением музыки и камерой смартфона. В общем, это отличный и многофункциональный фитнес-браслет, который я могу рекомендовать к покупке. Завершает наш топ Xiaomi Mi Smart Band 6. Этот браслет может похвастаться большим и ярким AMOLED-экраном с диагональю 1,56 дюйма, который очень удобен для чтения входящих уведомлений и просмотра статистики о здоровье и физической активности. Для экрана предусмотрено более 60 вариантов циферблатов, а также возможность устанавливать фотографии. Учитывая еще и множество вариантов ремешков самых разных расцветок, каждый пользователь сможет персонализировать такой фитнес-браслет под свои предпочтения. Что касается функционала, то Mi Smart Band 6 умеет отслеживать уровень кислорода в крови и качество дыхания во время сна, вести круглосуточный мониторинг пульса, рассчитывать персональный индекс активности, подсказывает дыхательные упражнения, отслеживает уровень стресса и менструальный цикл. Ну а для тех, кто ведет активный образ жизни, Mi Smart Band 6 порадует 30 тренировочными режимами, для которых он измеряет продолжительность занятий, пульс, сожженные калории и многое другое. Причем некоторые виды тренировок, например, бег или езда на велосипеде, браслет умеет определять автоматически. Из других полезных опций Mi Smart Band 6 стоит отметить поиск телефона, управление воспроизведением музыки, напоминание о событии и возможность удаленно разблокировать экран смартфона, если это устройство от компании Xiaomi. Ну а что касается времени автономной работы, то оно может достигать 19 дней в режиме энергосбережения, так что часто заряжать такой браслет вам точно не придется. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Ссылки на сайты, где можно узнать актуальные цены всех участников топа, как я уже говорил, будут находиться в описании. Жмите палец вверх, если вам понравился этот ролик. А чтобы всегда быть в курсе выхода новых рейтингов и обзоров различных смартфонов и гаджетов, не забывайте подписываться и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Техноарена.